Приветствую всех себя на канале. Будем сейчас вскрывать улей с пчелами. Вернее, уже с пропавшими пчелами. Вчера вечером уже темно было. Взялся мороз у нас до 10. Перед этим было плюс 5. Дня 4 назад. Потом стало минус 4. А это 10. Забирало тут у меня в этом беспорядке. Лежал прополис в полулитровых банках и в трехлитровой. Забирала ночью уже, ну, темно было уже. Забирала я прополис на... Буду чистить его. Решил так послушать по ульях, что творится ухом. И здесь вот у нас расплод. Пчелы ростят зиму тоже. Чего говорю тоже, то, что везде ростят. Только в некоторых ульях сидят пчелы на дне самом, а так в основном сверху и расплод гонят. Вот в этом улье я стал прослушивать, тишина, даже ничего не слышно. Обычно вот доску оттуляю эту, что заградительная от ветра, и уже слышно, что пчелы. А тут открыл, тишина, постучал, тишина. Короче, пропали в этом улье пчелы у нас в белом. И также вот дальше, если идти дальше, вот идти, у нас тоже тут пчелы слышно, может, уже и за ночь пропали. Сейчас я послухаю, гудят, волнуются. Даже есть пчелы, ну, стучал я, так видно, в одном месте слышно чуть-чуть гудануть, и все. Наверное, там между двух рамок сидят остаток. Нечего их уже даже и глядеть. Ну а тут сейчас скрием, побачим, что за причина такая пропажи. Так, стамеска, это долго дело будет рыбать, да? Сейчас за рыбом с крыши снег. Что у меня тут есть? О, бруском один. За рыбу снег и открыем улей. А было сразу залезть. За ночь навалило. Ну как за ночь? Вчера день шел снег. Позавчера и ночь шел. Это сегодня у нас распогодилось. А так буквально всю зиму это тепло, тучи и сыро. А сейчас вот взялся мороз, передают до 25. Но у нас по югу меньше будет. Юг Беларуси, то будем уже каких 15-20, но не больше, думаю, 25. Тихенько поставим, вон там тут еще живые, то беспокоить не будем. Бляха, сразу и руки замерзли. Сейчас 8 градусов мороза. После того, как зиму тепло было, так... Чего они пропали, эти пчелы? Наверное, утеплю я лишнего их. Да расплод гнали сильно. Было надо не утеплять совсем. Тишина. Холод, значит. Синички улетают. У меня кошка охотница. Малость их подлавливает тут на ульях. Чтоб пчел не ели. Да, пропали. Пропали наши мухи. И кто тут с осени было, сколько? 19-й год. Вот у меня тут и отмечаю, где гнездо стоит. Так вот. И сколько рамок и год. 7 штук было рамок. Сейчас открываем. Видим. Пропали. Полностью. Прополис. Кромка такая. Потом почищу от прополиса еще. Улей. Что у нас тут? Боже, мы с осени пропали даже. Да, с
осень, имею в виду. С осени мало осталось их. То, что были зимой. Недели две назад слухом летел, так были. Это уже нема. Что у нас тут? На низу лежат пчелы, вон видно, полосой. Сейчас потихо раздвинем, глянем, что тут их творится. Приклеили, конечно. Корм сверху есть, до верхней планки. При том, что есть так на всех рамках. Ну, расплод растили полным ходом. А так как не в одном улье ростят еще расплод, то думаю, этой зимой отход будет капитальный на пчелы. Или же буду сироп среди зимы ставить. Вот рамка. Видно. Сколько было расплода. От нижней он сзади планки и до верха. На расплоде они сидели. Все равно мед-то есть, пропали. Получается, грели расплод все время. На мед не могли пойти, того и пропали. Видно вот даже личинка. На того свернутая лежит. О. Личинка свернутая. Видно. Вот она, в центре када. Личинка. И в этих ячейках вон маленькие личинки, ну, наверное, не будет видно, но есть. И яйца высохшие. Короче, полностью рамки были расплодом засижены. Этих пчел мы пустим на стойку, на подмор. Долго тянуть не буду, я их аккуратненько сейчас грыбу, заберу и самогоном залью медовым. Так. Корма есть. Ну да. Корма везде. Пчелы пропали. Сидели на одной рамке с расплодом. Видно, вот корм. На тот год. Уже не на тот, уже на этот. Сейчас у нас 2020. 21, вернее. 15 января. Вот видно полностью корм. Пчелы есть, но немного. Очень совсем. Чуть-чуть, можно сказать. Короче, по осени видно. Хоть и клеща травил все равно. Клещ подъел, воровки были. Летали много сильно. Воровок. То и пчелы так. Поэта. Что клещ съел, что воровки поперебили, воевали. Но немного на дне пчел, чтоб так видно. Может, литр их и наберется. Так что пропали. Одно, что мало было их, а другое, что среди зимы расплод налили. Некоторые семьи у меня даже на 14 рамках на зиму пошли. Ну, пошли, то пошли. О, бляха, это я по этому улью стучу, а крышка на это, да, попёртая. Хреново, конечно. Будут беспокоиться в соседнем улье сейчас. Надо потише. Бзыкают, слышно. Так, будем потише, значит. С крышей я что сделаю? И угол таки, чтобы подпереть нечем. Надо мули специально поставить, чтобы крышу одна на одну отпирать. На завесах мне. Так что стучать особо не буду. Тихенько сейчас. Подковырнуть. Бляха. Уклеили хорошо, конечно. Бля, рука.
руками достал доску вставную. Такие вот у нас корма. Корма. Видно, недопечатанные. Сироп наш. И позасахаронный. Осенью речка, рапсы сейчас цвели местами. Да. Мешали сиропом они. И ложили в гнезда. Тоже. И опять же рапса насадили рядом на промуль километра 3. Туда пчелы мои долетали. Насадили рапса. Наверное, гектар, если сказать. В одном месте 60, и там будет. Даже каких 60, там все 120 будет. То и более. Ну, наверное, скажу, гектар около 200 рапса рядом посадили. И так этот над рапсовый некуда девать. Тут еще они. Так что я хочу в этом году попытаться продать пчел. Потому что если будет этот рапс цвести, это опять полулета будет белый мед. А белый мед. Рапсовый белый мед спросом не пользуется особо. Так что нечего его и делать. А чтобы сдать оптом, это надо делать за $100 справку, экспертизу на мед, паспорт пасеки делать, ехать. Ну, самое, что это в сельсовете могу взять, что свои пчелы и все. А возиться из-за 10 ульев там, из-за сколько? Ну, килограмм 600 меда я беру с 13 из 10 ульев. Место хорошее у нас. То возиться из-за этих килограмм, потом сдать за копейки, не особо то и выгодно. Видно на одной вот рамке. Полностью был расплод. Это тут сидел клуб основной. С этой и с этой стороны рамки. Полностью расплод у нас. И эта вот покрывающая рамка была вторая. Пустая. Весь мед они съели. До верха мед выели и осыпались наши пчелы. Ну их тут не богато, видно. На дне. Даже в ячейках нема. Тогда с голоду пропадают все в ячейках. А тут только чуть-чуть все сверху в ячейках видно. Ладно. Сейчас я и зарабу вам кучку. Сколько тут пчел. Матку можно поискать даже. Ну матку навряд ли я сейчас найду. Блин, она тут темненькая такая, серенькая. Может кто у кадры заметит. Ну а потом я найду все равно матку, конечно. Интересно поглядеть, что тут за такая у меня была. Сейчас навряд ли. В этой куче. А он нашел. Думал, не найду. Наша маточка. Мертвая. Вот. Вот. Такая матка зимняя. Не очень крупная, но червила. До последнего. Животик светленький. Так, не очень светленький, но светленький, видно, полоса вот светлая есть сверху. Не очень темная. Это я сюда садю, кстати, в этот улей. Наверное, бакфаста. В третьем поколении. С этого вот улья. Или с этого бакфасты. Или там с крайней. Но дело в том, что, кажись, да, бакфаст тут был. Также у меня сидит тут. Бакфаст, и тут бакфаст еще. И тут, и тут. И один там улей. Получается 5. Там вроде нормально более-менее сидят, а тут расплода решили нагнать. Короче, я вот эту массу пчел, сколько их тут получается. Ну, литра даже мы не будем. Грамм. Миллилитров. Мы будем 700. Мы даже 600. Ну, пол-литра есть. Видно его. Раз жменю взял. Жменю пчел. И все такие 4.
У меня же менее небольшая рука, не очень, чтобы здоровая. 4 жменьки. Вот этих пчел, это как раз где-то будет третья часть 3-литровой банки. Я засыплю на 3 литра самогона. А может на меньше. Насколько их тут. Не знаю концентрации. Ну, если так подумать, можно поставить. Даже на литр можно. Для растирки полезная штука. Яд пчелины, особенно вот зимой, пропали они, получается. От голода, того, что на расплоде сидели. Расплод, не это расплод, говорю, пчелы под мор, не мокрый, не что, нормально. Вот я их сейчас сразу в кастрюлю пойду возьму, насыплю, а потом банку пересыпу с самогоном. Да на этом и все. В этом году будем ждать еще пропажи. Ничего не сделаешь. Сейчас вот на неделю мороз до 25. Ну, на отговорума до 15 тут будет. Но пчелы, если сказать. Так, в этом расплод ростят. У меня ульи эти совсем 45-ка доска. Основной корпус, потом 45-ка. Мохом забитое пространство 45. И вагонкой сверху 15-кой. 9-10 сантиметров стенка. Летом то хорошо не прогреет. И зимой не промораживает, если хорошая зима. А если зима плюсовая, то ульи тепло сильно. Вот они гонят расплод. Да еще и пчел мало осталось. Такая картина получается. В этом ростит расплод. Еще там в одном белом том, что подходили, видно, ростит, то что сидят. И дальше там. Лучше будем глядеть. Уже осталось, получается, 1, 2, 3 семьи, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, было 13. На каждую зиму по 13 ходим. Было 13, уже 12 осталось. Ну, думаю, еще семьи 2, 3, если такая зима будет, а то есть то, что вот передавали, я говорю, на неделю до 25, потом мы 5 плюс 5. 0 плюс 5, так как у нас тут юг, то юг Беларуси, то будет все 5 и будет тепло. Короче, минус 1 в этом году. Я аккуратненько все тут сейчас. Снежок троху начал идти, не было. Мелкий порушить, то аккуратненько. Это дело сейчас все сгребу по-быстрому, пойду возьму кастрюлю и засыпу на настойку. Конечно, жалко, что пропало. Все-таки осень их и перебирал, и собирал на зиму, и кормил. А она взяла, пропала семья. Пропала, видно, что троху клещ много было, хотя и травил. И клещ, и воровки, и расплод. Растили. Все в куче, в итоге пчел осталось жменя. Не так жалко, конечно, эту жменю, так как у меня пропадало от выращивания расплода зимой было пару раз за 20 год, что я пчел вожу. Пропало мы семьи 3, что зимой расплод растили. А так не пропадало ничего такого. Так там было по пол ведра пчел на 15 рамках на зиму шли. Пол ведра подмора, ну а тут больше пол литра, если притрамбовать, то и пол литра будет. Засыпу их на сколько там, на литра 2 спирта воды. Ладно, буду заканчивать. Такая вот семья, минус 1. Особо не переживаю. Думаю, в этом году немного, если получится продать оставшихся, что выживут пчелы. Да, годик отдохнуть, поездить на рыбалку хочется, а то лето за пчелами бегаешь, осень мед, подкормка, лето мед. Да так, все лето и проходит. А там побачим.
Не продам, будем глядеть, куда денемся. Хочешь, не хочешь, будешь глядеть. Да. Ладно, я заканчиваю. Всем удачи. Хорошей зимовки, чтобы не было такого вот так у меня. Всего хорошего, до свидания.